Добрый день, друзья! Часто встречается вопрос, почему мы снимаем за границей, почему наши видео, наши киты, наши моторы уходят туда и там проходят испытания. Проект «Свелмаш» он международный. Партнеры, инвесторы во многих странах мира просят нас, пожалуйста, привезите. Мы хотим своими глазами убедиться в этом. Два дня назад мне сообщили, что прошла выставка международная в одной из стран. Там показывали наш мотор, который создала компания «Ресурс». И этот мотор смотрел сам президент, слушал про обмотку «Славянка». Ему все понравилось. К сожалению, меня там не было, потому что я все еще в Китае. Но это ничего не меняет, потому что проект двигается, и наши испытания проходят. И сегодня я хочу рассказать про испытания во Владивостоке. Почему Владивосток? В прошлом году к нам обратились люди с просьбой испытать мотор во Владивостоке, потому что там заезженная тема экология, да, но как бы мы ни хотели, мы должны смотреть в эту сторону. И ничто лучше не подходит для экологического водного транспорта, как электрические моторы. И в этот момент важно, чтобы моторы были экономичные. И вот компания, которая занимается туристическим бизнесом, смотрите, в чем дело. То есть вот здоровый катамаран везет очень много людей, и это туристы, которые двигаются по побережью залива, и им важно посмотреть что-то красивое, да? То есть в море увидеть красивое, ну, сложно, потому что это далеко от берега. Вся красота, она сосредоточена на побережье. Там находятся гроты, там находятся пляжи, к которым не подойти с суши. И, конечно же, вот очень важно подойти как можно ближе к таким местам на скоростном катамаране, потом сесть в шлюпки и уже отправиться к берегу, чтобы наблюдать всю эту красоту, делать фотографии. И вот для таких целей мы отправляли туда мотор, прошли испытания, они еще продолжаются, но мы уже хотим немного показать и рассказать о том, как это все проходит. День добрый, друзья! Сегодня нам удалось тестировать лодочный мотор российского производства компании «Ресурс». Основная изюминка и преимущество этого мотора является двигатель. Электромотор по технологии совмещенных обмоток «Славянка». Считаем, что тестирование очередное прошло успешно. И мы попросим Александра сказать свою точку зрения о его ощущениях, особенностях, может быть, недостатках каких-то данного мотора. Потому что он использует обычный мотор внутреннего сгорания для езды на лодке по акваториям Амурского залива вокруг Русского острова. И у него уже есть свое мнение и впечатление по данному мотору. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, что сказать про этот двигатель? Могу сразу сказать. Тихо работает, мало шумность, очень малая по сравнению с двухтактным. У меня двухтактный Парсум 9,8 также. Очень тихо работает, очень можно на самых-самых малых оборотах вдоль берега, ну, красоту нашу смотреть. Вот в чем разница. Но он мало мощный, сразу сильно не подрывает, не хватает ему, наверное, батарейка, потому что по сравнению с двухтактным. Ну и самое главное этого двигателя, он не загрязняет природу. У двухтактного выхлоп идет с винта, ну и получается немножко маслица, бензинчик, если не прогорает. А так, просто отличный двигатель для отдыха, я считаю, класс. На дальние расстояния не сильно обязательно ездить, ну а по акватории
вдоль берега, просто прелесть. Отдых, небольшая рыбалка, самое то. Это мое впечатление. Так что на выбор сами смотрите. Кому электро, кому бензин, я считаю так. А кому забота о нашей природе? Потому что основная программа, мы считаем, то, что вот у этих двигателей, да, кроме новых технологий, еще и защита окружающей среды, потому что выброса, сами понимаете, ни масла, ни топлива нет у этого мотора. Друзья, представляю вам основателя и руководителя компании «Корсар», город Владивосток, к кому мы обратились за помощью тестирования лодочных электромоторов компании «Ресурс» с электродвигателем технологии «Славянка». Испытали мы эти моторы, протестировали, и мнение такое. Хороший мотор, едет, все нормально, не шумит, но есть большой минус. Батарея, емкость батареи нам не хватает. Мы подходим к берегу, и нам нужно людей до берега, назад, туда, сюда, возить, катать. И емкости мало. К тому же, если это море, как в данном случае, бывает, что захлестывает волна, эта батарея должна быть водонепроницаемой. Это обязательно. Вес батареи имеет роль. Ну а так, в целом. Экологичность, это на первом месте, нет масляных пятен, разводов от бензина, заправки, а так в целом очень даже хорошо, но с батареей нужно все-таки дорабатывать. Спасибо. Все очень здорово. Интерес большой проявляется. Мы испытываем наши моторы не только за границей, но и в России. Вот Владивосток. Еще один мотор у нас в Краснодарском крае. Я никак не могу туда попасть. Надеюсь, что сейчас приеду и попаду туда. Мы испытаем еще там на наших лодках, которые используют рыбаки. Все, друзья, вот теперь можно заканчивать мое выступление. Следите за нами. Все классно, все здорово. Пошел дождик наконец-то, стало немножко посвежее. До скорых встреч!